Театр в театре. Именно так можно сказать о втором премьерном спектакле адыгейских артистов. Сюжетная картина разворачивается в одном из провинциальных театров Франции. Благодаря масштабным декорациям и неподдельной игре актеров, задумка художников показать жизнь в театральном мире того времени в произведении Булгакова удалась. «Кабала Святош» – спектакль, который рассказывает историю французского комедиографа Жана Батиста Мольера. Желание главного персонажа – это возможность показать на сцене весь свой талант, не ограничиваясь в произведениях. Казалось бы, в чем сложность, однако жизнь того времени не позволяла делать это без согласия короля. История главного героя имеет трагический конец. Такую роль примерил на себя народный артист Республики Адыгея Мурат Кукан, для которого опыт актерской игры перед абхазским зрителем уже был в далеком 1984. Вот мы с удовольствием опять встречаемся и со старыми друзьями, и с новыми актерами и режиссерами абхазского театра. И мы с волнением ждем каждый раз встречи со зрителем. Трепет и волнение перед выступлением на уже знакомой абхазской сцене испытывали не только профессиональные актеры еще советского времени, но и совсем юные артисты труппы. Волнение всегда перед зрителем, когда выступаешь, конкретно перед абхазским зрителем. Тут не просто волнение, тут какая-то ответственность за то, что давно не было гастролей в Абхазию. И хочется, чтобы все получилось, все удалось. Осуществить такие гастроли удалось спустя 34 года. А день сегодняшний служит началом новых дружеских и творческих взаимоотношений. Конечно, хотим, чтобы гастроли дали новый творческий импульс двум коллективам, чтобы это был новый виток в развитии наших театров, наших коллективов. Ну и что могу сказать? Мы ждем Абхазский театр на гастроли, мы всегда рады. И я думаю, что они это знают и чувствуют. Гастроли Адыгейского театра представили полюбившейся аудитории лучшее из репертуара труппы. Программа весьма разнообразна, а актеры ожидают своего зрителя с большим трепетом и любовью. Виола Барганджа, Торник Амичпа, Абаза ТВ.